Привет, Андрюш. Привет, дедусь. Как твои делишки? Хорошо. Привет, ребят. У нас с Андрюхой сегодня три киндера. Точнее, три шоколадных яйца. Но они очень интересные, да? У нас есть яйцо из мультика «Самолеты», диснеевский мультик. Андрюш. Томас и его друзья. И «Тайная жизнь домашних животных». Так что сейчас посмотрим, какие герои мультиков нам попадутся. Да, Андрюш? Да, вот этот. Давай. А мы тогда с ребятами откроем Томаса. Это капсула синяя от Томаса и его друзья. Сейчас мы посмотрим, что там внутри. Ой, сам паровозик нам попался. Класс. Вау, прикольный. Давайте взглянем на вкладыш. Такой вкладыш. Хорошо, что они все подписаны. Нам попался Гордон. Вот он. Классненький паровозик. Да, Андрюш, такого у нас еще не было. Чу-чу. Как паровозик. Красивенький паровозик, правда? Он такой маленький, но миленький. Интересный. Так, Андрюш, что там у тебя попалось? Так, прозрачная капсула «Тайная жизнь домашних животных». Нам попался какой-то браслетик. Вкладыш. Да, вот они все браслетики. И я думаю, что у нас вот этот вот под номером 6. Честно признаю... А, это что, это Хлоя, что ли? Нет, это не Хлоя. А кто же это? Ребята, выручайте. Пишите нам в комментариях. Да, красивенький. Андрюш, давай браслетик одену. Смотри, какой красивый. Ну-ка, давай. И вот такая оранжевая капсула. Это от самолетов. А, это, наверное, хомячок. Так, какой-то. Это хомячок, да. Только я не знаю, как его зовут, Андрюшечка, не помню. Это самолеты. Самолеты, самолеты. Андрюха, скоро мы тоже полетим на самолете. Дасти, Чупакабра, Рипслангерс. А у нас вот он, наш скипер нам попался. Вот такой вот красивый самолетик нам попался. Такая прелесть сама. Такой, да, малюхенький. Малюка, малюка. Держи. Классные сюрпризы, правда, Андрюш? Андрюша весь самолетиков. Пока-пока. Пока, самолет. Пока, ребята. Спасибо, что были с нами и распаковали с нами шоколадные яйца. Чао. Чао.